Анастасия Заворотнюк, которая на данный момент проходит лечение в одной из частных московских клиник из-за осложнений, вызванных опухолью, может снова отправиться на лечение за границу. Об этом написали все средства массовой информации. До этого времени никто не мог понять, почему Настя лечится в России, а не уехала проходить лечение за границу, например, в Германию или Китай. И вот в чем причина. Анастасия Заворотнюк до недавнего времени не могла себе позволить оплатить лечение в лучших клиниках Европы, так как на ней висели многотысячные долги и дело было передано в суд. Выяснилось, что в середине сентября в силу вступило решение суда, согласно которому судебные приставы отказались от всех требований к Заворотнюк, а это погашение задолженности и временные ограничения на выезд из Российской Федерации. В 2012 году Анастасия Заворотнюк заключила договор с ООО «Русский ипотечный банк» на сумму 435 тысяч долларов. Всю эту сумму актриса должна была вернуть через год, но через год она с банком не рассчиталась и на нее подали в суд с требованием взыскать долг. Просроченные проценты и пеню по просрочке. По факту, Заворотнюк нужно было уплатить сверху еще 50% от суммы кредита. После скачка доллара в 2014 году сумма стала абсолютно неподъемной, и суд удовлетворил требования банка. Только частично. В 2017 году Заворотнюк смогла выплатить небольшую часть кредита, а также предлагала организации участок в Подмосковье. Однако банк не смог погасить задолженность имуществом, так как земля принадлежала матери актрисы. Сейчас, как стало известно, все долги погашены. Неизвестно, правда, каким образом. Теперь выезд разрешен. Ведутся переговоры с иностранной клиникой, название которой пока не разглашается.